заброшено питерцами не менее 3 шайб. Уже 14 таких встреч представляет себе. Контратака спартаковцев, бросок по воротам Ежова. Во второй раз уходит за ворота и каждый раз делает передачу в борьбу. Калинин. Уходит за ворота. Точный пас на пятачок. Есть претензии у болельщиков, но арбитры не реагируют на свист. Калинин. Впереди Батьки, то есть впереди Венхандля зашел в чужую зону. Атака 2-1. Можно бросать. И счет матча открыт. И отменный кистевой бросок продемонстрировал. И тогда уже можно замахнуться на кубок Гагарина. Быстренько сравняли счет в матче. Хоккеист СКА Тихонов. Себе на ход. Но здесь с помощью прухи удалось Мортенсену сделать передачу. Вот он сейчас шайбой. Берников снаряд потерял. Денисов замах. В ближний угол летела шайба и не успел туда переместиться Яхин. Денисов на замахе уложил соперника и бросил. 51-й гол Денисова. Значит, рикошета я не ручаюсь. Мне показалось, после повтора из-за ворот. И еще один момент. 3-1. Посса был главным тренером сборной Словакии на чемпионате мира в 2003 году. И тогда команда завоевала бронзу. Неудачный получился отскок. Калинин заряжает, не попадает в ближний угол. Торресон, Пруха. Пруха на Калинина и 4-1. Не могли никак красно-белые выйти из своей зоны. Бросает Берников, и был такой шанс. Являются двигателями прогресса. Если ты стараешься сделать что-то лучше, чем твой товарищ. Кудлаев пропускает первую шайбу в этой встрече. И большинство реализовали подопечные Милоша Ржиги. Первое большинство в этой встрече использовано. 5-1. На Калинина. Бросок. Федоров. Торресон. Не получается бросок у Федорова, но, может быть, у Макарова что-то получится. Получается 6-я шайба. Но она в итоге докатилась до Макарова. Сумел тот переиграть голкипера Спартака Даниила Кудлаева. Ну, на руках завел шайбу у ворот. Фактически даже не катился. Успех в Евротуре он не так значит. Это все в конце концов промежуточные итоги. Ух ты! Косутин перед началом сезона дал интервью, в котором нелестно высказался о голкиперах-легионерах. Бодров применил силовой прием против Федорова. Много таких жестоких взглядов сегодня в этой встрече. И 8-я шайба влетает в ворота Спартака. Непряев. Тихонов сегодня 2 шайбы забил и еще по всему прочему сыграл удачно в пас.